Ну и достаточно уверенно сегодня действует Сорокин. Не без этого тоже, когда вот с первых секунд вратарь совершает несколько таких хороших спасений, а у Сорокина была работа в начале такая серьезная, то... Ой-ой-ой, полетело! 3-0. Это вообще, конечно, красавец. А тут, я говорю, еще если бы было время, знаешь, как принять от борта, подъехать, посмотреть, прицелиться, то здесь, ну, сколько, полсекунды принял шайбу и одними руками сумел развернуть и отправить ее в ближний верхний угол. Ну да, мастерства в этом броске огромное количество, несмотря на 22-летний возраст. Ну, посмотри, от вратаря отлетело. Все-таки от вратаря отлетело в ворота.